А на улицах Абакана появились новые стелы. Это часть проекта «Пять стихий». Правда, ко мне пока только три. Несколько лет назад в Хакасии начали развивать бренд «Земля пяти стихий». Чтобы более наглядно его презентовать, власти республики совместно с администрацией столицы задумали установить подобные объекты. Каждая стела представляет собой отдельную стихию. К примеру, на проспекте Ленина размещены сразу два камня. На перекрестке с улицы Щетинкина – символ стихии огня, с Карла Маркса – стихия земли. На Кирова представлена стихия воздуха. Еще два направления – стихии воды и истории – появятся в следующем году. Стелы планируется установить возле дома радио и в сквере у центра имени Кадышева. По задумке авторов, особые знаки будут полезны гостям из других регионов, чтобы больше узнавать об истории республики, ее культуре и природных красотах.